Министр. Меня зовут Бьорн Косовский, я гендиректор и креативный директор и основатель Stockholm Design Lab. Эта лекция будет проводиться на английском и на русском, и, может быть, на шведском. Мы очень рады возможности быть здесь. Я бы хотел представить вам моего коллегу и дорогого друга, которого я знаю уже 20 лет, Игорь Казаков. Thank you so much. You know my name already. My name is Igor Kazakov. Briefly about myself, Bjorn and I have been working for a long time already. In the very beginning, when we just conceived Stockholm Design Lab, it happens so that I'm from Russia. For 20 years I have been living in Stockholm, it happened so. Well, of course, my name is not quite suitable for the Scandinavian design, but it happened as it happened. Briefly about myself, I graduated a four-year artistic school, then a university, 5 years of master's degree, and in Stockholm I graduated from the Institute of Design and Advertisement. Then I worked a lot in a lot of advertisement bureaus and started a lot of companies, and now I work with Bjorn. This much about myself. Okay. So let's get started. Хорошо, тогда начнем. Ну, как компания Stockholm Design Lab, это мультидисциплинарное дизайн-агентство, базируемся в Стокгольме. Мы существуем уже 18 лет, работаем с мировыми брендами и маленькими брендами. И мы с самого начала работали с определенным скандинавским отношением к жизни. Для нас это означает простота, ясность, чистота, открытость и инновации. Мы с вами пройдемся по некоторым идеям скандинавского дизайна и приведем много конкретных примеров. Это наш офис в Стокгольме. Он находится на крыше здания, а это прекрасные люди, которые работают в этом офисе. Нас 20 человек, разные люди разных национальностей, в основном это шведы, но есть люди из всех стран мира, можно сказать. Поздоровайтесь с ними. Эта картинка показывает то, что мы думаем о дизайне, хорошем дизайне. Работа с брендами так важна. И она напоминает эти коробки, в которых важна каждая мелочь, каждая деталь. И каждая деталь вносит свой вклад в общее впечатление о бренде. Мы постоянно стараемся помнить об этом во всей нашей работе. Итак, что же такое дизайн? Вы, наверное, знаете. Особенно те, кто работает, учится на стрелке. Для нас работа с клиентом подразумевает то, что мы много раз должны рассказывать людям, что такое дизайн. Люди в основном знакомы с тем, что такое бренд и реклама. Они знают, как бренд может расти. Но недавние исследования показали, что если ты работаешь много с дизайном, делаешь это профессионально, твой бренд
будет гораздо больше, круче и ценнее, чем если ты просто будешь работать с рекламой. То есть вся та, все эти деньги, которые люди, большие бренды вкладывают в их прекрасные рекламные кампании, конечно, возвращаются к ним. Но такие бренды, как Apple и Coca-Cola, они именно занимаются дизайном бренда, и именно этим мы тоже занимаемся. I'd like to add that we have customers we've been working with, and by the way, they didn't make any single advertisement. They put all their stake on the design, and they were quite successful. Design is really important. Это некоторые бренды, с которыми мы работали. Они варьируются от таких крупных, как IKEA, вы, наверное, знаете IKEA, до Samsung корейского, Coca-Cola в США. Hyundai Card – это тоже корейский бренд, Velux – это датский бренд. То есть это B2B, работа с потребителем. Все от кровель до содовой воды или музеев или машин. Мы поделили нашу работу на 4 сегмента. Это определение идентичности, упаковка, ритейл. Вы, наверное, знаете этот бренд, или, надо сказать, вы, наверное, знаете, что такое водка. And this brand has been around и этот бренд, он уже некоторое время существует, и он очень-очень фокусируется вокруг дизайна. Весь брендинг строится на бутылке. Мы немного работали с этим дизайном, но все-таки оставили оригинальную изначальную бутылку водки как таковую. Иногда сильным брендам надо быть очень осторожными, но иногда им надо уметь рисковать и сильно меняться. Немного поговорим об авиакомпаниях, о деталях, которые важны в авиалиниях. Мы также работали с авиаиндустрией в аэропортах, разрабатывали надписи, помогали осуществлять навигацию внутри аэропорта. Очень много розничных проектов в конечном итоге становятся комбинацией архитектуры, дизайна, дизайна интерьера и графического дизайна. Мы также работаем с автомобилями, и мы являемся дизайн-агентством шведского бренда Volvo. Иногда мы работаем со стартапами. Это компания, которая работает с лыжной экипировкой. Или, точнее, защитой в лыжном спорте. От супер маленьких бутылочек эксклюзивной воды из севера Швеции. Это эксклюзивная вода, дизайн бутылки принадлежит нам, вода называется Акка. Credit cards and money. До кредиток и денег. Title sequences for film. Или титров к кинофильмам, обликов музеев. В Швеции у нас даже есть музей алкоголя. Вот это музей алкоголя. And we were lucky enough to и нам посчастливилось найти символ этого музея. Это бокал для коктейля. И встроить его в архитектуру. Некоторые проекты мы никогда и не закончили. Это, например, наша заявка на конкурс на оформление шведской валюты, шведской кроны. Мы делаем секретные проекты для Coca-Cola. И много других проектов с ритейлерами. Это буква, если бывали в Швеции, то знаете, что это такая шведская буква, а с кружочком это Ольенс, это крупнейшие универмаги в Швеции.
рівні, текстиль. All the way to trams in Hanover. До железної дороги в Ганновері. So what Scandinavian? Так, що ж таке поняття скандинавське? What is the reason for us? Почему? Doing these things. Ми все це делаем. For us Scandinavian is of course. Для нас поняття скандинавське дуже близько к нашим корням. Це то, з чим ми виросли. І то, з чим ми тісно общались в течение всей жизни. On the other hand, з другої сторони, є велике недопонимання самого поняття скандинавське, тому що в основному, коли говорять скандинавське, річ йде об естетиці, простих формах, натуральних матеріалах, білих поверхностях. І так далі. Для нас же скандинавський підрозуміває определенне отношение к дизайну. This is also was news for us, but а для нас це було інтересно і ново, но ми страна з 9-мільйонним населенням, і в рейтингі самих креативних стран в мірі ми зайняли третє місце. Which comes as a surprise to us. Для нас це удивительно. We don't see ourselves as that. Потому что мы сами-то себя не считаем такими креативными. But then you can also look at дальше вы можете взглянуть на топ-25 брендов стран. Это недавнее исследование показало такой результат. And in this chart we would see Sweden. В этой таблице вы видите, что Швеция занимает четвёртое место. I'm sorry to say Russia is not in this. А, к сожалению, России в этом списке нет. I think it may be number 17. Я думаю, что где-то номер 17 России в этом рейтинге. But the interesting thing is that you have самое интересное, что здесь Швеция, Норвегия, Дания. In the same and also Iceland. И также Исландия. Это северные скандинавские страны. And I think this is all about how you perceive a country. Наверное, всё зависит от того, как воспринимаешь страну. And for us it's about the it's a country with democratic values. Для нас, конечно, скандинавская страна это страна с демократическими ценностями, с богатой природой и хорошими ценностями. Наверное, именно поэтому мы занимаем эту строчку в рейтинге. Плюс еще креативная сторона, о которой я поговорю позже. Если прогуглить словосочетание «скандинавский дизайн», то вот такая картинка сразу появится в топе поиска. Это такое клише скандинавского дизайна. Это дерево, белый цвет, много света. Вы знаете почему? Может быть, у вас мало солнца в течение зимы? Да, совершенно верно. И это одна из самых больших проблем, ну, причин, почему у нас много света в дизайне. А еще это из-за аскетичной природы. 18 лет назад мы попытались обобщить в книге, что такое скандинавский. Выглядит обложка книги вот так. Я попытаюсь зачитать из нее отрывки. The simple truth behind the iconic простая истина за известным скандинавским дизайном – это свет, чистые линии, простота, светлые тона, инновационный подход. Это те яркие, неповторимые черты, которые формируют скандинавский дизайн и архитектуру. Откуда же они пришли? Мы смеем сказать, что они проистекают из аскетичных природных условий, из необходимости выживать в суровом климате, которое накладывало определенные обязательства на людей. Оторванность от мира привела к тому, что мы стали искать простых решений. Очень часто простые решения лежали в основе инновационных возможностей. Поэтому исторически сложившиеся условия до сих пор отражаются в скандинавском дизайне
и в научной индустрии. И всегда мы всегда с уважением относились к нашей северной природе, которая сильно присутствует во всем, что мы делаем. Так что истоки скандинавского дизайна – это те идеи, которые были признаны во всем мире, и источником их является природа. Maybe that makes sense. Может быть, как-то так я сформулирую это. But as you said, there's also about the как вы сказали, у нас также темно. Половина года у нас ночь. Особенно в некоторые месяцы у нас очень большая ночь. Темно и холодно. This is the Wikipedia translation of это перевод статьи о скандинавском дизайне из Википедии. I'm not gonna go into it, but я не буду вдаваться в подробности, но согласно Википедии, все началось в 1950-е. Но опять же, здесь мы видим характерные слова, такие как простота, функциональность и также минимализм. Нужно добавить, что это определение, как Бьорн сказал, из Википедии. Мы не совсем согласны со словом минимализм. Минимализм — это все-таки стиль и манера. Стили мы особо не занимаемся, мы больше всего для скандинавского дизайна характерны, конечно, простота и функционалитет или functionality. But then there's also talking functional. Также функциональность распространяется на те предметы, которыми мы пользуемся каждый день, и они имеют демократичный дизайн. Слово «демократичный дизайн» было похищено компанией IKEA. Они сегодня говорят о демократичном дизайне со всеми. На мой взгляд, все началось не в 50-е, а гораздо раньше, в 20-е и даже до 20-х. Я думаю, что все вышло из этих трех книг. Я очень сильно рекомендую вам прочитать эти книги. Это книга Эллен Кей, Duty for everyone. Которая, я думаю, обязательно к прочтению. And then there is Vakra Voda Spora, which means. Также есть такая книга Vakra Voda Spora. Это в переводе означает более красивая каждодневная жизнь. And then some few years later, 1890 года. А гораздо позже вышел архитектурный манифест Акцептеро. В то время его написал Сверн Макелсон, величайший архитектор того времени, и группа других сильных архитекторов, которые изложили свои понятия о современной скандинавской архитектуре. Можно также все упростить и сказать, что природа, она влияет на наш дизайн. Конечно же, эта ваза напоминает архипелаги в Финляндии, если все упростить, но она же красива. Архитектура Гуннара Асклунда, конечно же, формировалась под влиянием многих международных течений. Это кладбище в Стокгольме. Фантастическое место. Даже если вы не приходите туда на похороны, там все равно интересно бывать. Я думаю, что мощная архитектура с использованием простых материалов, простых форм, она уже долго присутствует в Скандинавии. Если вы поедете в Венецию и посмотрите на все павильоны, такой мировой конкурс архитектуры, различные павильоны для разных стран, северный павильон выглядит вот так. Это последняя венецианская биеннале, это инсталляция со сломанным стеклом, архитектура просто фантастичная, автор Сверфиен. We don't have that many graphic designers. У нас не так много графических дизайнеров, известных во всем мире. Это один из них, Ul Excel.
а которые сделали эти глаза в 50-х. But it has the simplicity, I think, но that, здесь есть that we can relate to. Определенная простота, которая привлекает. But then you can look more of internationally, how design, если посмотреть в международном разрезе, что такое скандинавский дизайн, что произошло, когда Джон Полсон построил дом в Швеции. Он взял старый домик и превратил его в нечто скандинавское, но немножко иное. It's still very Scandinavian. Но тем не менее, это очень по-скандинавски. And if you go to Japan and you ну а если поехать в Японию, вы увидите, что Наото Фукусава тоже делает объекты, которые можно назвать очень скандинавскими. А Моррисон в Англии тоже делал все очень по-скандинавски. Даже многие думали, что это скандинавский автор, но это был англичанин. Моррисон один из промышленных дизайнеров, который дальше стал развивать эти идеи и начал делать объекты настолько смешные, что они казались шуточными. This is a 200 euro, это box коробка за 200 евро from Established Sons. От Established Sons. But you could get it for free, yeah, но можно ее бесплатно взять в местном винном магазинчике. Надо добавить, что, он, что у него дома эта винная коробка стояла очень долгое время. Потом он решил ее улучшить и сделал новый дизайн. Но важно еще подчеркнуть, что многие вдохновляются скандинавским дизайном и начинают развивать этот стиль или такой дизайн дома. Но часто это новые открытия, которые вдохновляются в Скандинавии, приходят обратно домой. Эксперименты, которые Альваро Аалто начал в 30-е годы с такой гнутой фанерой, это он сделал для Паймио больницы, кресло. Потом, после этого, так сказать, открытия, Саарина Нокте поехал в Америку и начали работать с Чарльз Имсом. Но сотрудничество у них не удалось, потому что было тяжелое время послевоенное в Америке. И после этого Чарльз Рэй переехали в Южную Калифорнию, где он начал экспериментировать с фанерой и сделал вот этот стул. Это был 46-й год. В 50-е годы Арне Якобсен, датский дизайнер, пришел в студию и сказал, что я слышу, что этот американец сделал этот какой-то интересный стул из фанеры. Принесите его сюда. Поставили они его в центр студии, обошли все, и Арне говорит, ну вот примерно что-то такое мы и будем делать. И вот он сделал этот стул, который им очень тяжело было продать. Они несколько лет его пытались продать, но в конце концов они его продали какому-то своему клиенту. И сейчас это очень популярный стул. В Дании целая фабрика стоит, которая производит их с утра до вечера, эти стулья. Наверное, самый популярный, самый больше всех проданный стул. Он потом дальше развивал свой дизайн и сделал целый проект для SAS Radisson в Копенгагене, где он сделал абсолютно все объекты, от кресла до сантехники. Знаменитые краны, были два крана Вола, которые продаются до сих пор и очень популярные. Это наследие скандинавского дизайна для нас. Надо сказать, наш первый проект был для SAS, для скандинавских авиалиний. И он привел к созданию 2500 различных объектов. Интересно то, что мы говорим
are design driven, how successful they can be. And this company has been, когда компания осознает, как успешны они могут быть, работая с дизайнерами, она сказала, что много лет уже работала с дизайнерами. Самый известный это Арне Якобсен и отель, который он оформил. Игорь говорил о нем, и он был настолько поглощен этим проектом, что даже он приходил туда, чтобы переставить горшки с цветами по пятницу. И в этом, наверное, суть дизайна. Еще надо настолько скрупулезным быть в работе с деталями и настолько любящим свою работу, чтобы этот дизайн стал таким особенным. SAS работал также и с другими дизайнерами, с архитекторами, форму для стюардесс дизайн Келвин Клайн делал. Причина в том, что если посмотреть на индустрию авиаперевозчиков, там очень сложно делать что-то действительно отличающееся, потому что все покупают свои самолеты от Boeing или Airbus, вылетают из тех же аэропортов, еда одинаково плохая у всех. Поэтому дизайн так важен, чтобы как-то подчеркнуть идентичность бренда. И бренд, конечно, помогает высвечивать особенно ярко именно дизайн. Вот как выглядели авиалинии перед тем, как мы начали с ними работать. У них это был такой декорированный самолет американского типа, декор, да? And this is what we turned it into. А вот во что мы его превратили. Now, before doing anything, and that goes for any project. Прежде чем что-то сделать, это касается любого проекта. There was a big research phase which we included. Мы проводим большую исследовательскую работу. А мы исследуем, как пассажир воспринимает вообще путешествие. So doing research and studies исследования, with the Robin Group in the United States. С этой группой Dublin в США помогло нам создать платформу для дизайна и разработки продукта. Мы устанавливали камеры в аэропортах, в самолетах. И пытались понять, какие улучшения продукта мы можем привнести. В результате у нас запустился целый процесс дизайна, дизайн-платформы. И весь этот процесс мы вели очень прозрачно. И таким образом мы хотели, чтобы в дизайне была возможность пассажирам контролировать какие-то вещи. И те же возможности, если не больше, давать персонал. Все это было довольно радикальным проектом, который видоизменил облик авиакомпании. Однако, перед дизайном, конечно, надо сформировать для него платформу. Самое интересное, что скандинавские авиалинии не использовали ни одну из скандинавских характерных черт в своем предыдущем дизайне. То есть 60-е, 70-е были скандинавские черты в дизайне, а где-то в 80-х они утратили этот облик. Платформа была такая, основа для дизайна. Мы скандинавская авиакомпания, и давайте сделаем скандинавский дизайн таким же любимым для клиентов со всего мира, каким мы его видим и любим. Поэтому платформа, конечно, основывается на всех наших скандинавских ценностях. Состоит из цветов, картинок, графики, стихов, материалов и так далее. Немного обновили логотип. Весь этот суббрендинг сделали, попытались улучшить весь бренд в целом, чтобы это был один бренд. Все, что общается с потребителем, должно иметь свой отличительный вид и свой голос. Это скандинавское типа. Это все очень по-скандинавски. И картинки, конечно же, что очень важно для проекта.
And also when we looked at the airline industry, также когда мы изучили авиалинии, мы увидели, что люди иногда злоупотребляют брендингом. Логотип Люфтганзы, например, вы увидите на туалетной бумаге, на еде, на формах, на упаковке соли и так далее. И это довольно глупо. Поэтому мы внедрили вот такие месседжи, которые мы можем написать вместо того, чтобы ставить наш логотип везде. Далее мы прошлись по всему авиапарку, технопарку, поработали на борту с материалами. Это интересно, это туалет. Видите, мы в туалете сделали окна. Почему? Потому что треть пассажиров, которые летают, боятся летать. И поэтому, когда они заходят в туалет, это для них ужасный опыт. Люди в Боинге спрашивали у нас, вы действительно хотите иметь окна в туалете? Может быть, люди не хотят смотреть в окно на высоте 2000 метров, когда в туалете. Потом мы поработали с различными поверхностями и пространствами, где можно подчеркнуть скандинавский дизайн. Мы это сделали очень так ярко в лаунжах. Это зоны ожидания, потому что внутри самолета не так-то много всего изменишь, а в лаунжах, в залах ожидания можно ярко подчеркнуть скандинавский дизайн. Дальше у нас есть цифровые приложения, реклама, различные справочники, журналы и в конце концов получилось очень много материала, который сообщал миру о бренде SAS. А инвестиции были сделаны очень серьезные, сотрудничество продолжилось, оно шло на протяжении 7 лет, и 16 лет спустя они все еще пользуются этим успешно. Это один из проектов, с которыми работали муниципальное городское движение в Стокгольме. Движение, которое охватывает электрички, легкие поезда, трамваи, автобусы, метро. И проблема у них была в начале 90-х годов. Эссель, называется Stockholm's Local Traffic. Они отвечали сами, у них было тысячи анстельдов, которые сами водили автобусы, были сотрудники, которые отвечали за всю логистику. Но потом они сократили число сотрудников и превратились в такую небольшую организацию, которая отвечает только за логистику, а автобусы, электрички и метро они наняли субподрядчиков, чтобы они водили это все. И в результате получилось так, что на рынке все субподрядчики, конечно, стали афишировать свои identity, логотипы. И получилась такая странная ситуация, что я покупаю билет, на котором стоит Эссель, спускаясь в метро, там стоит, например, Connex. Все сотрудники ходят в Connex в униформе. И получилась такая странная ситуация, что Эссель практически исчез из поля зрения. А все эти субподрядчики, которые были наняты Эссель, они стали, так сказать, primary идентитет на рынке. Поэтому задача стояла перед нами решить, что нужно сделать, чтобы Эссель снова взял обратно свою роль как провайдер на стокгольмском рынке. Можно было, конечно, сделать так, чтобы сделать ко-брендинг, как обычно делают, два логотипа и написать между ними сотрудничество между Эссель и Connex. Но это бы не решило проблему, потому что Эссель должен быть все-таки главная марка. Я езжу с Эссель, а с кем работает Эссель, в свою очередь, это, в принципе, не мое дело. И мы это сделали 15 лет назад, и это казалось совершенно правильным, потому что
Эссель, эти субподрядчики, они постоянно меняются, и, а Эссель остается. И, то есть новая стратегия была сделать Эссель как главную трейдмарк, а исходя из этого можно было уже построить и дизайн-стратегию, которая бы все, что презентирует Эссель на рынке, должно быть общий исходный пункт, включая графический стиль, тип снит, шрифт, имиджес, цветовое решение, форма. Все должно быть какое-то общее для Эссель. Мы думали, с чего же начать. Мы посмотрели, в основном речь идет о городской среде. Городская среда очень часто имеет такую линейную структуру. Карты, дороги, графика, которая есть на улице. Вся образуется с помощью линий. Есть также и линейная структура в природе. Вот эта картинка слева, это был своего рода символ для нас, что такое муниципальный трафик. Это своего рода кровеносная система в городе. Мы ездим с работы обратно на работу, мы ездим в детский сад, ездим встречать друзей, забираем детей из детского сада. Все это с помощью городского движения. Но нас больше интересовало две линии. Две линии — это все, так сказать, движение электрички, метро, автобусы. Автобусы тоже, которые оставляют после себя четыре колеса, но они оставляют после себя тоже след. Две линии. Ну и, конечно же, стрелка очень важна. Это направление, движение. Очень много такой графики в городской среде. Поэтому идея была такая, чтобы стрелка, которая стоит, так сказать, за direction, стрелка в комбинации с двумя линиями получается средство передвижения. И аббревиатура Эссель с двумя линиями — это целый концепт. То есть две линии rail, линия прерывается, получается остановка. Пиль, если мы его разместим среди двух линий, мы получаем средство передвижения. И стрелочка, которая показывает на аббревиатуру, это получается концепт. И мы сделали такую систему, когда Эссель логотип всегда стоит первым. И к нему уже можно добавлять, так сказать, маленькие кирпичики слева направо и выстроить очень большую систему. Но исходный материал, базовый элемент — это вот две линии. Очень просто. Это графический вот пятый элемент, с помощью которого мы можем образовать всевозможные аппликации. У нас жалко звука нет, но это... В Стокгольме, конечно, очень хорошая природа, и на автобусе можно буквально доехать до моря. Мы сделали несколько таких рекламных фильмов, когда двери метро открываются прямо в обычную жизнь, в жилую комнату, в детский сад, в натуре. Мастер-бранд. Символы для, например, легких light rail, co-branding. Это я об этом говорил, что вместо того, чтобы сделать два логотипа и написать между ними сотрудничество, мы сделали собственный элемент. Билеты, автобусный, signage, метро. Метро называется Tunnelbana по-шведски, буква Т. Метро. Зеленая ветка, синяя ветка, красная ветка.
И с помощью этих, так сказать, кирпичиков можем построить всевозможные аппликации. Это расписание для автобусов. Или так. Имиджи. На картинке можно наложить эти две линии, которые презентируют Эссель. Это вполне может справиться без логотипа. Stationary. Комбинация нескольких слов с двумя линиями тоже презентирует Эссель. Потом мы пересмотрели цветовое решение. Есть по-прежнему в Стокгольме ходят старые вагоны в метро, и освещение довольно плохое. Если неправильно построишь цветовую комбинацию, то получается, как в первом примере, 1, 2, 3. Красный цвет и зеленый цвет, они практически смотрятся как два серых. Нужно сделать так, чтобы цвета находились как можно дальше друг от друга, чтобы был хороший контраст. Все движение, которое по рельсам, все вагоны, они голубого цвета. Автобусы всегда красные. И к этому мы добавляем оранжевый цвет для информации, которая, например, что-то вышло из строя, перекрыто, входа нет. И плюс три цвета для метро. В принципе, нет такого типснита, который бы, такого шрифта, который бы удовлетворил все нужды. Но мы решили, мы начертим три разных шрифта, но которые специально для своего, для каждой цели. Например, для расписания мы начертили один шрифт, для таких текстов, для журналов, для газет мы начертили текст. И для сайнич мы начертили третий вариант. Но когда их вместе поставишь одного размера, примерно ситуация такая же, как расписание, ты смотришь, текст очень маленький, там 6 пунктов. И когда ты смотришь сайнич, тоже на расстоянии, проблема примерно одна и та же. То есть, когда ты их выстраиваешь все вместе рядом с друг другом, это смотрится как один и тот же тип шрифт. Расписание. Все они выстроены в различных нюансах понтонов. Это была целая стена. Это автобусные, потом идут дальше различные роды движения. Автобусы, электрички. Начертили карты. Сайнич тоже мы сделали специальный тридименшенельный дизайн, который основан на такой модульной системе, которую можно собирать вне зависимости от предназначения. Эта система стоила примерно по нашим расчетам 50 миллионов крон, по эссельским расчетам это стоило 80. Но дело в том, что сегодняшняя система Сайнич у них стоило 400 миллионов крон. То есть это экономически очень выгодно было. Ну, мы сделали грид, естественно, для всех типов сайнич. То, что идет по рельсам, у них всегда две линии. А то, что стоит, например, переход под метро, это одна линия. То есть пешеход одна линия, а метро две. Карты, пиктограммы. Пиктограммы мы решили использовать, попробовать сделать, инспирироваться от египетского искусства, когда они показывают, например, глаз целиком, а лицо стоит фас. Одежда, которую можно купить Регнрок. То, что вы сейчас сидите в пиктограммы, которые могли двигаться. Такие пиктограммы, они объясняют сами себя, не нужно писать, что это лифт. So this is a Japanese company called Askul. Это японская компания Askul.
And it's, they have 40,000 products which were delivered продуктов, in the in Japan, которые поставляются по всей Японии within 24 hours, в течение 24 часов, в крупных городах в течение 8 часов доставка. Все, начиная от стульев до кофе, клея, ножниц, все, что нужно для офиса, товар для офиса. And they only distribute themselves они дистрибуцию делают только через интернет и по каталогам. В каталоге 1200 страниц примерно. У этой компании была проблема. Они продавали потребительские товары, но с неправильным брендом, и никто не ассоциировал этот бренд с чем-то. Для меня все выглядело как два разных продукта без яркой идентичности. И, кстати, это все было довольно дорого, потому что все, что они дизайнили, было новым. У них не было системы формирования всех этих продуктов. Каждый раз они делали новый дизайн ручки, новый дизайн содовой воды, туалетной бумаги. Все это было очень неэффективно и, к сожалению, очень распространено во многих компаниях. And our first assignment was to look at one. Нашим первым заданием было посмотреть на один из продуктов. Японцы довольно специфичные люди. В том смысле, что их доверие надо завоевывать. Надо сделать что-то, чем они могут гордиться, прежде чем начнешь работать с ними в более крупных проектах. So they were selling a lot of batteries. Они продавали очень много батареек и хотели собственные батарейки, собственную марку. Вот как выглядит рынок. Да, это такой generic дизайн, у всех одинаковый дизайн, логотип, черная часть. У Energizer выглядит как лампочка. And we kind of asked, what is the for this? И мы спросили, а почему традиционный дизайн батареек такой? Возвращаясь к простоте и функциональности, это означает, что батарейку покупают, потому что она нужна в каком-то устройстве. От батарейки дизайна никто не ждет. Единственное, что ты хочешь найти правильную батарейку. И, по крайней мере, в Швеции и в Европе, я думаю, в России тоже, вы категоризируете батарейки, да, там есть батарейки А, АА, А5 и так далее, да, вы тоже так делаете. Я знаю, кто изобрел эту систему, это ужасная система, но в Японии у них система 1, 2, 3, 4, это довольно логично. Мы спросили, а почему никто не использует эту систему, чтобы обозначить, что это за батарейка? So that's why we designed this и поэтому мы сделали такой дизайн батарейки только ради функциональности. И убрали все ненужное, вернули функциональность. Большую цифру написали. Это помогло не только потребителю, но и помогло компании Askol стать узнаваемой и иметь такое сильное собственное лицо. А помимо этого, все над логистикой вокруг бренда поработали, вплоть до грузовиков, которые поставляют эти батарейки. Это создало, привлекло внимание к генеральному директору компании. Ему это очень понравилось, потому что в первый день они продали 50 тысяч таких батареек, сейчас 4,5 миллиона батареек продают. Это означает, что мы прошли отбор. Но также у нас возник вопрос, почему товары, которыми мы пользуемся каждый день, почему они выглядят как, извините за выражение, дерьмо? Нет причины для этого. Понимаете, хороший дизайн и плохой дизайн стоят примерно одинаково. Этой компании были прекрасные возможности, потому что они смогли сделать дизайн своих продуктов, показать на веб-сайте, в каталоге. И это означает, что мы могли сформировать для них язык дизайна, который сделал бы их уникальными. Это означает, что мы получили самые разные задачи от них. От дизайна блокнота,
влажных салфеток. Что можно сделать с влажными салфетками, чтобы это был уникальный продукт? Что можно делать с этой штучкой, которую открываешь, чтобы достать салфетку? Мы создали вот эту каплю. Все это такие графические, визуальные образы, которые выделяются среди конкурентов. С этой с одной стороны, с другой стороны, мы не хотели все задизайнить, мы хотели, чтобы все выглядело довольно просто, да? Это жидкий клей. Вам надо показать, что он жидкий. Мы сделали каплю. Но чаще всего лучше показать продукт. Для этого лучше вообще не иметь упаковки, но иногда упаковка нужна. И это может быть прозрачная упаковка, например, которая гораздо лучше. С другой стороны, мы говорим, что мы не декорируем, но иногда мы делаем декор, потому что вы не ожидаете, что на мешке для мусора будет декор в виде цветка, а мы его делаем. Но вопрос в том, что большинство компаний всегда копируют все с лидера рынка. Когда вы делаете кофе, вы смотрите, что делает Nestlé и так далее. И все они копируют все, что делают большие бренды. Все, кто хоть немножко от этого отличается, конечно, с одной стороны выделяется, с другой стороны берут на себя большой риск. То же самое касается офисной бумаги. У всех есть офисная бумага, у вас это уродливые коробки в офисах стоят. То же самое с батарейками, да, там цветовые коды, все. Вот мы сделали разные размеры, разные типы и разные цветовые кодировки для офисной бумаги. А некоторые продукты мы даже не догадываемся, что это такое. Это, по-моему, что-то медицинское, что ли, силиконовые перчатки. Это клейкая лента, это бумага офисная. Это пленка для ламинации. И размер четко указан. Иногда есть продукты, которые видимы, да, допустим, их приятно поставить в ванной. Это коробка с салфетками. Но нам очень понравилось делать дизайн бытовых объектов и превращать их в объекты дизайна, при этом простые в использовании и с четким пониманием того, что это такое. Опять же, они конкурировали с другими компаниями, которые чрезмерно украшали свои продукты и делали очень яркий дизайн. Для японской компании, такой как Asko, они превратились в такого понятного бренда с понятной дизайн-стратегией. Но, конечно, для нас все сводится к эстетике. Вообще прекрасно иметь возможность поставить этот круг на клей, да? Это флеш-карты. Как вы узнаете, какой там размер, сколько гигабайт, а мы пишем его? Эта работа, мы показываем от больших проектов до самых маленьких, которые мы считаем, что они тоже интересные. Это работа для шведского предприятия, которое называется Svenskt Papper, шведская бумага. Они выпускали журнал, который был предназначен и бизнес для бизнеса, и бизнес to бизнес, и для архитекторов, дизайнеров, чтобы показать новые сорта бумаги, сделать, ну, вдохновить, так сказать, всех, кто работает с бумагой. Когда мы делали этот номер, они хотели показать uncoated paper, я уже забыл, как по-русски называется, бумага, которая не гладкая, you know, uncoated. Очень тяжело печатать на такой бумаге, потому что бумага забирает краску очень неровно, и поэтому они хотели показать большие поверхности, которые запечатаны цветом. И мы решили, мы придумали идею вот сделать графику на каждой странице и сделали, так сказать, слово empty
исходя из этого 11 афоризма Лао Цзи. Я думаю, они у вас есть во всех учебниках ваших. Это, помните, наверное, этот 30 спиц сходятся в ступице на пространство между ними, образует суть колеса, горшки делают, ну, вы знаете. Суть, конечно, этого, того, что пространство первичное по отношению к форме. И это очень важно, потому что вообще для дизайна, если вы возьмете точку, например, точка – это точка, круглая форма, но сделаете пространство внутри точки, получится буква О. Также образуются комнаты, это пространство между стенами, также образуются градостроения, улицы – это есть пространство между двумя стенами. Нет стен, это просто дорога в поле. Кофейная чашка, если убрать пространство внутри чашки, то исчезает весь смысл чашки, это просто будет кусок фарфора. Поэтому мы решили вот слово empty сделать эксперимент, и пространство, это сам воздух, который образует букву, сделать ее, превратить ее в физическую форму. Это буква E. Она есть, когда я буква, так выглядит журнал. Мы сделали вот так, что это как бы такая проекция в воздухе была. Когда переворачиваешь страницу, это получается, если ты смотришь на просвет, получаешь весь куб, проекцию куба реально. И тексты, то, все тексты были тоже так же как бы с передней стороны и с задней стороны, тоже как проекции на бумаге. Буква Т. И все слово было на каждой странице empty. Empty space. Игорь говорил о том, что мы работаем с самыми разными брендами разного калибра. Это маленькая компания Sake на юге Японии. В 2010 году Такэшаки подошел к нам. Он в то время купил эту компанию и хотел познакомить мир с японской водкой саке. И у него были такие амбиции сделать саке настолько узнаваемыми, как насколько узнаваемыми являются виски, водка и другие алкогольные напитки. Рынок саке довольно традиционный. И есть определенные правила. Это размер бутылки, цвет бутылки, использование определенных букв иероглифов, очень часто в каллиграфическом виде. Как же выдержать конкуренцию с этими саке, даже если у вас прекрасный продукт? Это сложно. Компания представляла, конечно, эксклюзивный саке, но из маленького городка. И мы решили... Вы вообще пили саке? Нравится вам? Вообще-то не очень, на мой вкус. Но между саке, теплым саке и холодным саке, большая разница. Чтобы саке было очень хорошим, надо прекрасно переработать рис. И вот сколько полезных веществ вы забираете у риса, столько, настолько хорошим у вас получается саке. Довольно сложный процесс саке-делия. А с другой стороны, мы думали, как же сделать брендинг этого продукта. Сырье – это рис. Мы изучили рисовые зерна и узнали, что есть разные формы, размеры рисовых зернышек, но они сами по себе прекрасны, эти зернышки. И так мы сделали вот такую графику, и если это плохой саке, в нем больше риса, если это премиальный саке, то там только одно рисовое зернышко. И привели, все это привело нас к дизайну бутылки и графики на нем. Это белая бутылка с традиционной крышкой. И дизайн очень прямолинейный и простой. Успех этого саке был очевиден. Когда вы ставите его в магазине, сравните с другими брендами, он явно выделяется. Это проект книги, который мы делали для издательства в Лондоне, Lawrence King Publishing.
книга рассказывает о шведской архитектуре. Шведская архитектура известна тем, что они очень хорошо привязывают здания к природе. Вы знаете, как тяжело сделать так, чтобы и натура, природа и здание жили в полной гармонии друг с другом. Поэтому идея была сделать, разделить книгу на две, так сказать, полосы. Бюро, которое делало эту работу, называется White Architecture. Поэтому название мы выбрали для книги White Green. Так сказать, White Architecture, что они делают в природе. И мы разделили всю книгу на, так сказать, дали все книги такой хороший баланс, 50-50, и разделили ее на две части. И это проходит, весь дизайн проходит через всю книгу. В начале книги мы показали, как было до того они строили и как стало после. Красивее даже стало. Как было до того и как гармонично завязывается. Это выглядит как старое здание, но это новое построенное здание музея. Так выглядит книга. На первой странице мы сделали это общее право, так сказать, в Швеции можно ходить по всем лесам, даже по частным территориям, можешь находиться до 3 дней. Не так много стран в Европе, где можно такое. И в верхней части, которая стоит за White Architecture, мы рассказываем о всем проекте. А внизу, во второй полосе, мы уже добавляем, так сказать, секундарные вещи, которые чертежи, объясняющие вещи. Иногда большие бренды должны быть еще более запоминающимися. Как же сделать так, чтобы такой большой бренд, как Coca-Cola, Coca-Cola – это уже икона дизайна, уникальный дизайн, образец дизайна во всем мире. Они слегка меняют его каждый год. Они немножко по-разному выглядят в разных странах. Но можно ли еще больше упростить и сделать Coca-Cola еще большей иконой? Можно сделать Coca-Cola еще более сильным брендом? И можно ли при этом оставаться более простым? Эксперимент здесь был в том, чтобы попробовать и сделать это. Предлагаемый дизайн был сделать Coca-Cola еще более красной. Использование известного логотипа сделать более простым и поработать с деталями. Например, с верхушкой банки сделать маленькую красную полосу вокруг открывателя, добавить, подчеркнуть функциональность и также четкую систему суббрендов сделать, чтобы Coca-Cola стала еще более иконической или знаковой. Еще одна идея была не делать слово Coca-Cola таким большим. Люди уже знают его как бренд. Просто использовать банку для того, чтобы поддерживать логотип Coca-Cola, чтобы он выглядел по-особенному. Давайте перенесемся в мир искусства. Музей современного искусства в Стокгольме имеет одну из лучших коллекций современного искусства. Начиная с 60-х и до ныне. Рафаэль Монео спроектировал здание музея. And the museum identity has to had to be updated. И облик музея необходимо было обновить. This is an old picture of Madame Massey. Это старая фотография 60-е. Музей современного искусства. Это фантастические коровьи
шаблон или коровий узор, как мы его называем на стене, рядом со зданием они построили новое здание музея. В Швеции архитектура очень ограничена, особенно жесткие правила устанавливаются для строительства в центре Стокгольма, и если вы строите на архипелагах. Здание имело довольно скучный облик, темные цвета, да, и выглядело довольно формальным. Мы поработали, мы исследовали идентичность музеев и галерей, и выяснили, что музей современного искусства – это очень престижный проект. Очень многие дизайнеры работают с музеями, работают хорошо. Но возникает вопрос, нужна корпоративная идентичность музея. Музей показывает искусство. Вы хотите, наверное, подчеркнуть художников и искусство больше, чем сам музей. Но с другой стороны, надо, чтобы люди понимали, где это, и нужен хороший брендинг, чтобы люди находили музей. Недавно вы открыли прекрасный музей-гараж. Я не был там, Игорь был там. Гараж – популярное место сейчас, да? Да. Хорошо. Архитектура тоже интересная. Вы можете посмотреть на Штедлик в Амстердаме, в МОМА, на МОМА в Нью-Йорке. Даже старые музеи современного искусства тоже имели прекрасные идеи в основе. Когда мы начали работать с идентичностью, у нас были разные идеи превратить это в бренд, такой как MM, потому что MM – это Modern Museum, аббревиатура. Но потом мы подумали, может быть, использовать другие буквы M, которые более известные. Мы подумали, решили попросить художника, чтобы сделать такую двойную букву М, которая бы выглядела как буква М Макдональдса. Идея была использовать самую известную букву М в мире и превратить ее в нечто иное. Если посмотреть на художественный мир, вы увидите, что буква М Макдональдса была оформлена по-разному. И мы подумали, почему бы и нет. И Макдональдс даже интересной архитектурой занимается, да, и им, наверное, это бы понравилось. И вот мы презентовали этот логотип современному музею. Мы постарались его на разных товарах отразить и так далее, но потом мы подумали, нет, наверное, это не так хорошо. Ну, просто, наверное, мы бы не выстояли схватку с юристами Макдональдса. Вместо этого мы оглянулись на историю музея современного искусства. Как я уже сказала, он начинался в 60-е, и один из величайших художников там представленных был Роберт Рашенберг. К счастью, мы нашли книгу, которую он дизайнил для современного музея. И он написал слова «современный музей», «музей современного искусства». Мы подумали, вместо Макдональдса давайте возьмем это и сделаем логотипом, потому что в искусстве очень много автографов, которые становятся брендами потом. Вот как мы это сделали. Это как подпись, да, подпись художника, но это в то же время и логотип. Идея контрастирует с довольно строгим и формальным зданием. И кажется, что просто стикер наклеили на это здание. Когда мы презентовали это, мы не сказали, кто это сделал. Моя мама подумала, что я сам расписался. Самое интересное, что вы не понимаете, женщина расписалась или мужчина 100 лет назад или недавно. И мы подумали, почему бы и нет, пусть все задаются этим вопросом. С другой стороны, здесь есть эстетика, которая нам нравится.
А потом мы попробовали различные типы шрифты, надписи, пиктограммы, цвета и так далее. Также посмотрели на типографию 60-х, потом сделали версию с типофазами в голландском стиле 60-х. 40% выручки музей делает на сувенирном магазине. И мы смотрели на эти объекты. Что если в музее будут продавать зубную щетку за 3 евро? Превратим ее в объект. Или молочный шоколад, или керамическую кружку. И мы на славу развлеклись на этой теме. Так появились самые разные применения, брошюры, справочники, плакаты, книги для выставкам. И все это было верным той идентичности, которую мы изначально представили. Иногда выставки делаются на небольшие деньги. И это была выставка, которую мы решили прорекламировать так. Нарисовали мелом название выставки, потом сделали аэросъемку, сделали это постером в каталоге, когда люди пришли на выставку, они ходили вокруг этих больших букв. Супер простая надпись. Люди не знали, где находится музей, поэтому мы поставили большие стрелки, чтобы вы смогли найти вход. Также система надписей, которая контрастировала со строгим интерьером, световые короба. Вы видите. Это все не так сложно, но вся идея представлена. Дальше был открыт второй музей современного искусства на юге Швеции. Это было старое здание, которому нужно было чуть больше места. Это архитектурный продукт, который мы сделали с архитектором Томом Видеборгом, который сделал этот оранжевый короб и на нем использовал наш логотип. Интересно работать со всеми деталями. Посмотрите, это шкафчики, которые можно положить куртку. Например, в шкафчик имени Марка Ротко можно положить свою куртку. И, конечно, в музее делают рекламу и постеры. Это то, чем мы обычно не занимаемся, но мы нашли вот эту смешную идею использовать систему для дизайна. Возвращаясь к надписи, мы спросили, можно ли использовать этот логотип, и никогда не получили ответа. И за 2 дня до открытия пришел факс от господина Раушенберга. Он написал, что ему очень приятно, что мы написаны его рукой. Слова современного музея сделали логотип музея, и, конечно, мы вдохнулись с облегчением, потому что до этого мы не спросили о разрешении у художника. Точнее, спросили, но он не писал нам в ответ. Дизайн и простота – это то, что можно увидеть везде. Конечно, мы работали с бутылкой Кока-Колы, но, с другой стороны, когда к нам подходит компания, производящая бургеры, мы думаем, это забавно, что можно сделать с бургерами? Вот как они выглядят обычно, да, конкуренция. Макдональдс самый большой продавец бургеров, с другой стороны, все копируют бургеры, Бургер Кинг, Макдональдс.
Эта компания, Max Burger, она очень быстро выросла, открыла больше магазинов в Европе. Самое ужасное, когда вы заходите в эту, в этот ресторан, где продают гамбургеры, сервис так себе, и очень сложно понять, что ты в конце концов покупаешь. Независимо, это Burger King или Max или McDonald's. Это у нас графическая идея, как можно превратить. Нам немножко повезло, конечно, с именем Макс. Макс – это очень такая популярная шведская сеть ресторанов. Поэтому внутренняя форма в букве А, она напоминает очень о самой форме гамбургера. Это внутренняя форма буквы А. Мы были не первые, естественно, кто использовал одну букву в логотипе, когда ее можно было увеличить, такие как Браун, Ага или Пирелли шли той же дорогой. Гамбургеры вообще, так сказать, эфиркнипас, как? In English? I don't speak Russian, so I really can't help you, Igor. I think you want to say that it's... С 50-х годов гамбургеры очень, так сказать, напоминают поп-арт, и мы решили использовать для графики вот эти все графики, которые очень специфичны для поп-арт искусства. Мы сделали, разработали новые подносы, которые занимают очень мало места на столах и очень компатибилы. Да, это афиши для интерьера. Мы работали также с архитектурой. Например, Эйфель строил свою башню в Париже. Все были против. Он не получил никаких денег на строительство башни. Так он использовал, заказал много деталей за один раз, чтобы, так сказать, минимизировать расходы на это. И строил как своего рода конструктор. Много деталей за один раз, модульная система, напоминает очень лего, лего-кусочки. И сам гамбургер построен примерно по такому же принципу. Готовые детали, ready-made, которые собираются в продукт. Мы разработали тоже такую систему, когда, поскольку Макс... сеть этих ресторанов Макса, они очень популярны в Швеции, они этаблируются очень много за рубежом, в разных странах, в Азии тоже. Поэтому мы сделали такую систему, когда можно заказать за раз все блоки готовые и просто транспортировать их в любую страну, и можно собрать их очень быстро, и экономичное решение. Работает это примерно вот так. Можно сделать маленький ресторан, ресторан побольше, в зависимости от того, в какой вы стране. Оранжевый цвет – это кухня. Кухне нужна определенная высота по нормам. Можно комбинировать в различных местах, где ты получишь строительство для нового ресторана, и открывать большие рестораны, маленькие рестораны. Единственное условие было, что кухня должна занимать 50% от ресторанного зала. So we're moving from hamburgers to переходим от гамбургеров к аптекам. Аптеки это очень традиционные места. Зеленый, белый, узнаваемые цвета аптеки. У нас есть также медицинский крест. В аптеках находиться не очень приятно. Мы работаем с маленьким, с маленькой сетью аптек в Швеции. Вот как они презентуют свои продукты. Опять-таки, нам надо вернуться к сути бренда. Для чего эти аптеки? Для тела, для ума, для людей, которым нужна таблетка от головной боли или лекарство по рецепту врача.
И поэтому вдохновение мы искали в анатомических деталях, в том, как выглядит наше тело, и попытались сделать это привлекательно. Мы, это легкие. И мы решили, что мы будем ставить их на визитках и так далее. И мы решили немного декоративным способом представить человеческое тело и различные элементы, различные органы использовать во всем дизайне. И, конечно, сделать дизайн самих магазинов более доступным, четким и, наверное, более приятными сделать эти магазины. Это была очень успешная идея. Потом эти аптеки купила более крупная сеть, которая им очень понравилась, и они убили весь дизайн, потому что они снова пришли к традиционному зеленому и белому. Пожалуйста, потерпите, у нас еще несколько слайдов. Вы, наверное, знаете IKEA. IKEA работает с демократичным дизайном и скандинавским наследием, как мы говорим. Мы работали с ними много лет, делали разные проекты, с разными людьми сотрудничали. И все от дизайна продукта, упаковки, корпоративной идентичности, мы занимались всем. Самая большая проблема в магазинах IKEA – найти свой продукт. Вот как они выглядели, прежде чем мы начали с ними проект по упаковке 8000 продуктов. Вы искали лампу Tolvan. И упаковка напоминала, наверное, чуть выше меня ростом была. Очень многие не могли определиться, это тот продукт или не тот, цвет тот или не тот. И мы подумали, как сделать все это узнаваемым, экономично, как использовать 24 языка, как улучшить саму упаковку. И как сделать так, чтобы люди не открывали коробки? Где-то год длилось наше сотрудничество. И, в общем-то, развивалось оно вокруг чистой идеи конструкции, упаковки. Дизайна тут вообще не было. Вы знаете, люди, которые приходят в IKEA, их интересует не дизайн, а насколько дешев этот продукт, за упаковку они не хотят переплачивать. Когда они нас просили, они очень беспокоились, что будут такие очень дизайн упаковки, а им надо было, чтобы был по-прежнему коричневый вэльпап, который сигналирует дешевые продукты. Поэтому проблема еще была тоже, чтобы не передизайна, так сказать, все упаковки. И как Бьерн сказал, мы провели много времени в самой IKEA и изучали поведение покупателей, как народ покупает. Стоят все упаковки, подходишь, висит лампа, 40 крон. Продавцы должны каждый раз поворачивать каждую упаковку лицом к покупателю, чтобы видеть, что продукт, который висит над упаковкой, иллюстрация соответствует. Но этого недостаточно. Народ открывает упаковку, смотрит еще раз. А, это та же лампа. Кладет ее на стол, берет новую упаковку и идет в кассу. Поэтому как можно было сделать лучше? Мы просто сделали обычную полоску, одна в середине, остальное вокруг. Таким образом, можно, не нужно иллюстрировать саму, что за продукт находится в самой упаковке. Видно сразу, что это такое. Плюс экономии. Это уходит материала примерно 40% из того, что можно сделать, как обычно делают упаковку. Я думаю, что это был большой успех для такой компании, как IKEA, где гендиректор так любит экономить.
And then, of course, конечно, we tested everything they did from actually the logotype to the actual мы подвергали сомнению все, что они делают, от логотипа до шрифта, до пиктограмм, и мы вот этот типа шрифт внедрили. Сейчас они используют другие, более обобщенные фонты. Это катастрофа. Но раньше они использовали то, что мы разработали. Мы также работали с их упаковкой еды. Это не киевские продукты, но как сделать еду икеевским продуктом? Я думаю, что вот эта жестяная банка является символом этой идеи. У нее есть простота, но еще и такой стиль, очень по-икеевски все сделано. Опять же, простота, они продают собственную продукцию в своих магазинах, и им не надо выглядеть как Sprite или что-то другое. Еще один арт-проект. Я его, наверное, пропущу. It's too long. Слишком длинный. But it's a beautiful project. Но прекрасный. Это бигвордов слов, которые образуют различные слова, которые. This is the wire that can make different words. You know, we asked people to write the words in with this wire, the words symbolizing the reason why they are in prison. Oh, thank you for that translation. Here in Russian. Okay. You're welcome. Okay, so an exhibition at the Nordic Museum about Sprite. Выставка в Скандинавском музее, посвященная полоскам. Такая забавная выставка, полоски везде. Как сделать из полосок выставку? Как также оформить символ этой выставки? Но мы решили сделать 800 различных обложек для каталогов. Вы видите, это целый микс, сочетание цветов. Вы можете каталоги друг на друга ставить, менять узор. Это был забавный проект, но вы знаете, каждый объект, который в результате получался, был уникален. А сама выставка была посвящена истории полосок, от спорта до моды, до архитектуры. И она была очень интересным образом представлена, эта выставка. И опять же, полоски были везде. Можно было бы так с таким же успехом и про квадратики, и про горошки сделать выставку, но это была просто такая выставка, куда пригласили самых разных людей, и обычные люди приглашались на выставку, чтобы показать свои полоски, которые у них есть. Маленькая работа для одного менеджмент компании, которые они работают с генеральными директорами и политиками, обучают их. И они выпустили 50 интервью с различными шефами. Мы сделали маленькую работу, которая интервью с Сёрен Юль, это шеф Volvo. Один берет интервью, ставит вопрос, и второй отвечает. Это положение, это два человека, которые работают, так сказать, друг против друга. Печатная или книжка подходит как раз очень хорошо для такого дела. Каждое печатное издание имеет разворот, две страницы. Поэтому мы решили, на одной странице будет тот, кто берет интервью, а на второй тот, кто на противоположной, тот, кто отвечает. И получилось почти что синхронное по времени все интервью расположенное. На одной странице вопрос, ответ, вопрос, ответ. И вверху стоит, кто это сделал, кто отвечает, кто задает интервью. Sometimes we simplify too much, maybe. Но иногда мы, может быть, слишком упрощаем все. Это шведское общество дизайна и прикладного искусства. Одно из старых обществ в мире. В 1845 оно было основано.
Оно очень шведское, оно все про Швецию. Проблема с шведским флагом в том, что синий цвет довольно некрасивый, но желтый довольно симпатичный. Это была очень маленькая организация, и мы решили, что мы не будем упрощать систему их идентичности. И мы им сказали, вы можете только использовать желтый цвет. Все, что вы делаете, используйте желтый. На входе окрасьте все желтым. Брошюра желтая, веб-сайт желтый. Дешево, просто. И вы знаете, это как-то сработало, потому что они не смогли все испортить. Плюс, что мы сделали еще новый шрифт для них, то есть комбинация желтого цвета с новым шрифтом, есть идентитет для союза дизайнеров Швеции. Обычно, когда покупатель приходит к нам, они спрашивают о новом логотипе, мы отвечаем, а что вы будете с ним делать? Союз дизайнеров, они же не продают, так сказать, ботинки и штаны. Что им, куда ставить логотип? Для чего он нужен? Они, наоборот, работают с другими предприятиями, которые имеют логотипы. Лучше всего создать какой-то свой уникальный подход, attitude. Okay, the Venice Biennale. Венецианская биеннале – фантастический проект, который мы сделали пару лет назад. Куратор Донер Бирман, который является президентом Музея современного искусства, сейчас он создал тему «Создавая миры». Создавая миры в большом и в маленьком смысле, в вашей голове и снаружи создавая миры. А Венеция, конечно, прекрасный город. Сложно конкурировать с этой красотой, но самая большая проблема в том, что это арт-событие, это как Олимпийские игры в искусстве. Все, что вы делаете, будет раскритиковано, и люди будут смотреть очень критичным взглядом на все. Это картинка вид Венеции, и мы подумали, может быть, превратить Венецию в 3500 кусков, раздробить ее, потом взять эти куски и создать уникальные каталоги, чтобы вы покупали мир Венеции. Но мы этого не сделали. Вместо этого мы взяли эту простую идею. Мы решили взять эти страны, которые себя представляют там самыми разными способами, и прекрасный мир флагов представить. Потому что нельзя обозначить определенную страну, определенного художника, не обращая внимания на флаг. Надо было взять логотип, который бы включал все. Мы взяли 90 флагов стран-участниц, потом разрезали их на простые формы, и у нас получился такой тулбокс. Потом мы скомбинировали их в различные объекты, использовали в нашей системе идентичности выставки. Вы можете сказать, конечно, что это отсылает к искусству, может, даже к Малевичу, но в нашем случае это был чисто графический дизайн. И он оставался абсолютно верен идее глобального мира, создания мира. И эта идея была представлена в каталоге. Опять-таки, мы смогли напечатать самые разные каталоги, и это было интересно. Вы бы могли в одном каталоге иметь кусок Японии, кусок Англии, кусочек России. Я думаю, что мы всегда стараемся создавать объекты, даже если речь идет о книге. А здесь показан процесс всей темы. Мы все разложили на полу, потом с 10 метров высоты мы сфотографировали. Даже художник Карстен вышел на этой картинке. И потом
Мы сделали такие внутренние вкладки для каталога. Очень простая идея, но очень сложная в исполнении. So then once again these shapes become, I don't know, something strange. Опять же, эти формы иногда превращаются в нечто очень странное, очень графичное. Очень интересно было использовать, легко было использовать в Венеции в контрасте с архитектурой. Это смотрелось, конечно, очень интересно. Заканчивая презентацию, хотели бы представить вам одного из наших новых клиентов. Мы очень горды работать с ними. Второй крупный авиаперевозчик в России – компания Seven. Проект пока продолжается, поэтому много всего мы не сможем показать. Но нам кажется, он такой интересный. Эта компания тоже ищет простые, но великие идеи. Им надо быть сильным брендом, чтобы конкурировать с остальными авиалиниями. Как мы уже сказали, в случае с SAS конкуренция, она так сложна. Ее трудно выдержать. Когда мы начали работать, мы посмотрели, как можно создать, модифицировать новую дизайн-программу. S7 известны своим логотипом и зелеными самолетами. Мы взяли эти два основных элемента, круглую форму и зеленый цвет, и сделали новый элемент, так сказать. Вместо красного получилась та же форма, круглая, но уже другого цвета, который тоже этаблирован. Green dots. Так выглядит новый символ. Мы его перечертили, сделали семерку немножко побольше и немножко, так сказать, уточнили форму. Угол семерки совпадает точно с Airlines 310 с хвостовым оперением. Мы взяли круглую форму как базовый элемент, с помощью которого очень простая форма, но с помощью которой можно строить разнообразные вещи. И сам подход должен быть, так сказать, уникальный для S7. Это было очень, так сказать, интересно для нас работать. Вместо того, чтобы взять новую готовую ручку и на нее посадить новый логотип, мы решили сделать ручку с самого начала, from scratch, и сделать уникальную для S7. Это обычная ручка, которая очень дешево в производстве. Две трубочки, стержень вставляется в одну, и колпачок другая трубочка. Или часы. Базовая форма, все тот же элемент, круглый. Мы не можем показать, к сожалению, все. Мы сейчас работаем над этим. We think that probably sums it up what's Scandinavian. Ну, мы думаем, что надо, наверное, вот, пожалуй, все, что мы хотели показать вам из скандинавского. Вот что такое для нас по-скандинавски. Нам очень интересно быть здесь, работать здесь. Было приятно увидеть всех вас. Хотелось бы с вами всеми познакомиться. Наверное, это нереально. Мы здесь будем подходить к нам. Мы всегда ищем таланты, всегда ищем хороших клиентов, потому что хорошие клиенты превращаются в фантастические проекты, а именно хороших и фантастических проектов мы ждем и ищем. И так как здесь очень много студентов, хочу дать вам пару советов, как работать лучше. Делайте одну вещь единожды. Знакомьтесь с проблемой, изучайте ее. Надо уметь слушать. Научитесь задавать вопросы. Научитесь отличать разумное от глупого. Принимайте изменения как неизбежные. Принимайте свои ошибки. Постарайтесь быть простым, спокойным и улыбайтесь. Спасибо большое.